Вышли из спячки. Через несколько часов футболисты барнаульского «Динамо» откроют сезон. На домашней арене сине-белые примут омский «Иртыш». Это будет встреча 1/64 стадии Кубка России. Предыдущую стадию, 1/128, команда Сергея Шишкина прошла автоматически. Но дело в том, что клуб из Новокузнецка не стал лицензировать домашнюю арену. В итоге из «Столиваров» исключили из турнира. В случае сегодняшнего успеха «Динамо» также в родных стенах сможет принять команду и уже рангом выше из футбольной национальной лиги. На встречу с мячами болельщики настроены скептически, ведь за межсезонье барнаульцы серьезно обновили состав, пришла большая группа молодых игроков. Матч с «Иртышом» начнется в 18:30.